Ивановцы впервые примут участие во всероссийской акции «День снега». Центральной площадкой массового спортивного мероприятия станет парк имени Степанова. Тренировки на свежем воздухе уже идут. Главными участниками спортивного праздника станут воспитанники дошкольных учреждений и их родители. Мы кидали мячики, валенки. И здесь еще будут лыжи, мячики и кататься. А еще мы хотим, чтобы золотая рыбка выиграла. Нам весело, и мы хотим. И мы тренируемся, чтобы выиграть. Организаторы приготовили для ребят много интересных видов состязаний. Детворе предстоит пройти различные этапы полосы препятствий. Среди них метание мячей в цель, катание на ватрушках, челночный бег с шайбой. Командный дух ребята смогут укрепить, пройдя дистанцию на одной лыже. И, наконец, эксклюзив по-ивановски – метание валенка. В этом году День снега совпал с проведением наших соревнований спартакиады «Малышок». Но и мы ее дополнили семейными стартами, семейными шуточными, ну, даже, может быть, не очень шуточными стартами, которые будут проходить по станциям в парке. А здесь, на этой площадке, в два потока будут детишки соревноваться в ловкости. Главная идея праздника «Дня снега» – привлечь и взрослых, и детей к занятиям зимними видами спорта. Свежий воздух и физическая активность – залог здоровья. Очень полезно, очень интересно. Это объединяет. Детям очень нравится. Вот именно они объединяют детей и взрослых, нас всех вместе. И настроение отличное. Очень это хорошо и прекрасно. Для желающих поучаствовать в соревнованиях всей семьей будет проведена зимняя эстафета. Если вы еще не успели зарегистрироваться, можно сделать это в день соревнований, 18 января. Торжественная церемония открытия праздника состоится в 12 часов дня. Любовь Почерникова, Андрей Семволков, РТВ Иваново.